Акция «Неделя знаний» стартовала в Национальной библиотеке Чувашии. Она продлится до пятницы 7 сентября. Все желающие смогут познакомиться с ресурсами библиотеки и ее информационно-поисковыми возможностями, а также открыть для себя учреждение с новой стороны, как уютное и комфортное место для досуга и творческой самореализации. Программа «Неделя знаний» в Национальной библиотеке обещает быть насыщенной. Это встречи с интересными людьми, интерактивные познавательные занятия, интеллектуальные игры, квесты, выставки по различным темам. 2 по 7 сентября приглашаем всех, кто еще не является читателем нашей библиотеки или у кого заканчивается годовой абонемент. Есть замечательная возможность поучаствовать в викторине «Счастливый билет», ответить на ее вопросы, и победителям вручается читательский билет сроком на 1 год. А 7 сентября здесь ждут тех, кто забыл вовремя сдать литературу. Забывчивых читателей обещают встретить без упреков, и книги будут принимать в течение дня.